идем к тренажеру, идем, ищем тренажер. Это мы находимся в стадиуме, в центре Брюсселя, где Макс занимается и ведет занятия. Вот, опять нашли тренажер. Даже если сделали базу, вроде бы как бы грудь уже разогрета, но тем не менее на максимум мы не идем. Мы должны узнать, какой рабочий у нас вес. Поэтому первый подход делаем немного. Опять как бы разогревающий, чтобы узнать наш рабочий вес. Все, вот, это практически то же самое, но это уже в станке, это уже немножко вспоминание. Вот работа идет. Вот работает хорошо вверх груди. Вот. Угу. То есть сам уже сам станок, он под наклоном 45 градусов. Да. Угу. Вот уже жим. Угу. Работает. Взял чуть уже. Работает больше середины вверх. Да. Опять же, регулируется все сидушки. Если ты сидушку поднял, работа опускается на низ. Девочкам это не надо. Если сидушку опустил, естественно, работа начинает быстро включаться сверху. Угу. А здесь сколько подходов ты советуешь? Опять же, здесь сделал 10-12 разогревающих. И ты приблизительно уже знаешь, какой у тебя будет рабочий вес после разогревающих. И ставишь себе рабочий вес. И 4, в зависимости, сколько ты упражнений делаешь, 4 или 5 подходов рабочих с этим весом, 8-10 повторений. Девчонки, самое главное, обратите внимание на выполнение упражнений. То есть все упражнения на грудь, наверху, работаем и разворачиваем сразу грудную. То есть работа должна происходить не вот таким образом, куда смотрим в пол и раскачаемся, развернуть грудную клетку, и вот, и пошла работа. Тогда у вас появится осаночка, вы выпрямите спину, да, скажи? Дыхание не задержит, тогда грудная разворачивается, угу. Естественно, потом походка, осанка, ты по-другому, по-другому ты ценный, смотришь. Да, ценная даже информация, да, спасибо, Марк. На тренировке обязательно выпивать минимум литр воды. Зачем? Вода как бы дает, как энергия. И человек при работе в зале, он теряет очень много энергии. И таким образом теряет влагу. Воду, а мы состоим почти 70% из воды. То есть воды надо на тренировке пить литр. А вообще в течение дня это минимум 3 литра. Ну да, только не все это делают. Все знают, но не делают. Но надо обратить внимание, что прежде всего питание и правильное питание. Да. Вода и то, что ты ешь. Я скажу так, что ты ешь, с того ты и состоишь. Потому что углевод – это энергия, это наш бензин, через который мы ходим, двигаемся, думаем, разговариваем, смотрим, тренируемся. А белок – это стройматериал, с которого мы состоим. Теперь сами поразмыслите. То, что ты ешь, с того ты состоишь. Будете правильно питаться хорошими продуктами, натуральными. И форма будет хорошая, и выглядеть будешь хорошо, и здоровый будешь. Да здравствует спорт!